мой язык потерялся где-то там в зубах. Я бы сказала, не буду. Привет, ребятки, это The Evil Within, Ева, Дима, продолжаем. Мы сами не свои, опять же. Это, да, Евкин Вазелин. Да, нифига себе, я сказал The Evil Within. Ты сказал The Evil Within. Я так вас сейчас наеб... Нахлобошил. Блин, у нас в комнате так много места сейчас стало, я смотрю, пипец. Ужас. Знаете, вот этот Глобки, короче, он заколебал меня. Мы опять проходили уровень заново, потому что какого-то хера потерлись сохранения. Ну да ладно. Ну, мы прошли всего полуровня, там 20 минут заняло, так что ничего страшного. Целых 20 минут! Это не целую игру тебе проходить, там часа 4 тебе это не заняло. Между прочим, пока мы проходили эти 20 минут, он все гранаты раскидал в маленькие волны. Да все вообще, у меня один патрон остался. А теперь мы не сможем защищаться вообще. Ну, а пистолет, ты один патрон остался. Типа это, потели Катю. Поцелуй Катю. Потерли так ее. Потереть Катю? Да, да, потри ее. Смотри, она вооружена и опасна. Потер Катю. Ну не, ну подойди к ней, смотри, похилить ее нужно. Да. Я один патрон на нее потратил. Ну, ты вообще последний мой патрон на нее потратил. Я... Охренительно просто. Давай, иди. Идем осторожно, я знаю, сколько их тут. Я, блин, знаю, сколько вот, их смотри, тут. Там справа уже чувак вышел. Чувак, с тобой мы будем, знаешь, как драться? Он уходит. Он уходит, Тим! В пизду такой. О-о-о, теперь я ухожу. Ой, извини, я тругаю. Было сейчас, кстати, очень громко и плохо. Ты отругаешь меня? Давайте. Нет, нормально все. Бам! А старику, в смысле, толстяку? Surprise, motherfucker! Ну, кстати, он старик реально был, то есть я тут особо не... Такой просто футболяр. Ну, ты видел? Че я видел? Он старик был. Круто ему. Ты старичка заколобошил. Куда вот он бежит? Ну, он такой, типа, все, я пошел братюням рассказывать. Сейчас все расскажу, что я тут видел. Злой дядька пришел какой-то. О, да, да. Патрал, блядь. Бутылки, еще один топор. А, нет, это один. А вот еще один топор, что ты не надо порадовать. Ну ты можешь этим воспользоваться, а потом еще и тем. Бдах! Это была мина. Как для дебила просто, знаешь, в середине игры. Я думала, на полу, которая лежит. Эти ты мы уже встречали. Ладно, это все, это можешь выключать. Да, но меня почти не задело, на самом деле. С этим мы уже знакомы. Ну нифига себе не задело, смотри, сколько у тебя хп осталось. О! Сука! Ну все, еще меньше хп, чё, я хочу так же. Да не можешь, иди бей его просто. Оп. В спину. Сидушки, ну, сидушки. Он топоры рожает, пока садится там, ничего себе, смотри, 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 как в Симс, короче, из жопы достает. Когда лейку, да, можно в жопу убрать и тому подобное. Здесь во всех играх, тут заметили, что в Bloodborne, допустим, огромные-огромные мечи тоже из задницы достаются. Чё это такое? Яу! Что-то я включал. Тебе теперь нужно вот эти два тоже два опустить. Два рычага. Ну чё, Катя, нормально? Катюш, всё в порядке, не надо бежать в стену. А, там был болт, чё не взял? Вот. Всякие болты примечают. Ты слышишь, это наш генератор работает или парень с бензопилой какой-то ходит? Нет, это наш генератор такой. А, ну, Катюнь, там не Кать, серьезно, хватит. Она меня пугает. Иди наверх, сходи. Она же протрёт лоб сейчас. Наверх, наверх. А вниз не хочем? Нет, не хочем. Не хочем? Мы не ходим вниз. Как это, помнишь в фильме? Укрытие, они стреляют. Я не хочу наверх. Все, это твое. Иди наверх, посмотри. Мне внизу норм. Дим, Дим, гранаты. Мы не ходим вниз, мы ездим только наверх. Помнишь, как в сериале было? Нет. Я не спускаюсь вниз. Ать, молодец. Е-е-е, на обычный болт хватит теперь. А откуда они стреляют? Кто там вообще стреляет? Какие-то военные, что ли? Я не знаю. Военные. А че громко там? Извини, типа это твой. Не, горло сперло. Сперло, горло. Вообще-то это довольно поэтично получилось. Катя! Да, может это и к лучшему, знаешь, я видел много людей, которые бомбило здесь то, что... Воу! Ясно, понятно. То, что Катя под это говно попадает. О, давай, вынеси ему бошку. Да, я сделаю. Нет, не сделаю. Почему? Потому что, возможно, надо убить вот, вот этого человека. Он секретен. Секретный. Как я тут оказался? Он, блин, вышел тут что ли? Я услышал его. Сейчас его убьет. Да. А давай, ка-ка-ка. Он теперь не это. Давай, сучка. А, вон, реально. Теперь мы сможем спокойно пройти. Катя, я верю, да. А чё, его расхерачил, и он встал, дальше пошел. Я тоже хочу такую суперспособность. Это он разве? Да. Да ладно, там походу один болт только прилетел. Посмотри, на кого, кто на тебя убил. У-у-у, там пацаны бегут к себе. Пацаны. Много пацанов. Нет, ну серьезно, ничего, так много. Давай.
А монах ты жив? Ну да, ну и что? А что, ты монаха больше всех боишься? Почему? У тебя какая-то... Катин друг. Большие права. А чё они сюда не идут? Ну, потому что они бегают. Там, смотри, сейчас по первому этажу будут идти, и Катя не врежут. Они Катьке врежут сейчас, смотри, он уже целеустремлён. Этот парень вообще тебе ничего не делал, он просто стоял, за что ты его? Он не помешал монаху. Вот, вот я начал нервничать. Я начал. Не долетит, Дим, забей. Бау! Что сейчас ты сделал? Монах, это все нервы. Спеши. А топор-то твой где? Куда ты топор делал? Да, граната, Дима, уйди! Пускай это взорвется. Он не взорвется. Почему на них бомбы не реагируют? Мне интересно. Ну вот, среагировал. А что у него выпало? О, для снайперки. А Катя где? Да она там вдупляет в стену. А проблема, знаешь, что ты без нее дальше не сможешь пройти, даже если волны отобьешь. Ну там только туда стрелять. Что за говно? Опять тот же? Нет, какой-то другой уже. А смотри, там несколько их окон. А че, открывайся, сучка. Да, ну давай, посмотри, какая открывается, должна же увидеть. А, вон. Провал! Это было жестко сейчас. Нет, у меня последний патрон. С пистолета будет неприкольно стрелять. Да, отлично. О, хорошо как! Ух, прям зарядило! Я готов идти вперед! Я готов идти вперед! Отлично! Интересно, Катя телепортируется к тебе, если она там зависит? Там еще один, кстати. О, топор! Хера, он дерзкий. Бля! Внезапно. Что ты напугал так? Что ты напугал? Дима, стой, Дима! Ну я заочковал, но что-то как-то... У тебя очков ХП, ты понимаешь? Очков ХП. Все очень плохо. Очков ХП, очков ХП. Бам-бам. It's a big, big bang. The reason... Блин, смотри, какие-то прямо эти чуваки. Они на глистов похожи, видел? К тебе глисты подбежали. Чё-то я очкую, зая. Чё делать-то? Ну ты что-то делать. One. Two и три. А, нет. Бля. Там кошка-то слышат. Это тебе не очень помогло, на самом деле. Но они синхронны, ты прям смотри, ты лучший тренер России. Синхронный чувак, как он ещё будет. Не, мне помогло. Монаха упал. Ой. Дима, они такие дерзкие. Ты видел? Руки к спине, к голове и побежали. Блин, вообще охерели. Охренели. Привет. Он так нервничал. Он спускался к тебе познакомиться хотел. О, гори, чтобы жопа горела. Давай, о, отлично. И ты мне говорила, что это я на монаха задаюсь? Чё, привет. Лысый. А чё? Ай, факелом машет. Понял. Задел, сука, смотри. Смотри, там можно почку... Отлично. Здравствуй. Бам! Я кайфую. О, там еще один. Блин, слушай, нормально, у тебя патронов что-то вообще косякнуло. Нормально, еще и шприц. Да, давай, шприцни себе. Да у него нет головы, что ты уже жжешь? Оставил для тех, у кого есть голова. Что-то как-то потненько, знаешь. Надо зарядиться, наверное. Да, давай, зарядись, конечно. Факел возьми, смотри, пожечь кого-нибудь сможешь. Очень хорошая такая вещь. Расход можно пустить. Хозяйственная. Да. Факел, палка горячая. Вот так вот делает. Всего 100 рублей штука. Прям как на пещерных приехал такой. Ой, смотри, их много. Класс. О, ачивка. Гори, ведьма, гори. Класс. Ты двух просто одной. Подожди, а за что? Ну, за то, что ты двух один. Я такое уже получал. Убейте 5 противников с помощью факела. Вот за что. Красоте! А с них не выпили патроны, ты реально? Может, и выпил. Ой, иди, зайдем. Еще один факел. Факел. Да, реально прям вообще по дешевке продают. Смотри, топор. А что лучше, топор или... Нет, а топор я думаю, лучше. То и то можно использовать. Ты там это, не прибедняйся, да, смотри, да. Вот там на всех хватит. Пацаны, это для вас! О, блин, 3 факела. Лучше бы взял, сейчас вот там как пойдет. Двоих. Там вот что-то есть, вот там, слева. Вот этот толстый хрен был в монахе. Красавица, молодец. Он был внутри. Это опасно. Ой, Дим, тут сейчас будет. А тебе еще нужен там один рычаг дернуть. Да, я помню. Поэтому возвращаюсь.
Пик-пик-пик. О, сколько штуков. Дим, Дим, сейчас будет кидать тебя. О, смотри, тут на дробовичок. Четенько я сохранился. Отлично. Так, все, давай. А теперь второй, который слева нужно делать. А может здесь не штуки какие-то? А, может быть. Нет, слушай, нет. Так, тебе все равно нужно туда, потому что сказали, что... Я понимаю, я просто ништяки собрал. Сейчас нужно дернуть для этого рычаг. Ну, не дергай. А, тебе нужно опять, наверное, генератор включить. Вот что я подумала. Мне кажется, вполне логично пойти включить генератор. Уйди, назад. О, сука, попал. Я, правда, не знаю, как туда пойти, где котяне. Сейчас будем думать, там здесь где-то лесенка. Мина. Что, взорвется? Ну, да. Ну, логично. Логично. Значит, время шпилится. Так, мне кажется, надо это говноеду убить уже за грибом. Где? Вон, вон. Блин, там много. О, попал, фу. Упала. Не, последняя телега осталась. Да, вот да. Что надо слушай, сделать. Слушай, на самом деле лучше бы ты оставил, мне кажется, хотя бы одну, потому что она тебя иногда выручает. Но мне кажется, наоборот, именно вот этих нужно убить, а и тогда вот туда, эта дверь откроется. Вот туда нужно, по-моему. Ну, я и говорю, эта дверь, наверное, пока откроется. А, может быть, да, кстати, там слева лестница есть, может, наверх ты берешься, может, где? А, вот, вижу. О, патроны. Тихо, 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 вниз спускается. Вниз, вверх, вниз, вверх. Вот, с ума сходит просто. Зарядка. Вниз, вверх, вниз, вверх, зарядка. Там еще были патроны, что ты не взял? Где? Вниз, вверх. Зарядка. Зарядка. Вон, вон, вон. Где? А, это шприц. Ну, тоже норм. Перестанем говорить синхронно. Мы должны говорить разные вещи, чтобы это выглядело за кооперативное прохождение. Там они повторяют друг друга. Ого. Ну ты прошел. Где? Вот же, кирпичи. Не, ну тоже вещь. Ой, почти. Вот, уже челюсть обнажилась. Почти. Почти с первого раза. First try, надо было просто сказать. Уйдем там, бежит, смотри, машет на всю кадру. Так знал, что нападет. Разбился, пожалей. Не, он выжил. Смотри, он сознание потерял. Наверняка сейчас встанет. Он сознание потерял. Смотри, реально. Ударился головой, конечно. Бедняжка. Ты на ней даже не позаботился. Вон, а туда, кстати, а что, эта штука реально не будет подниматься? Ну, пока нет. Типа назад возвращаемся? Да, котянет, там запускай генератор. О, смотри, тренировка. Мне кажется, мне реально повезло, что эта дурочка с нами не бегает, а вдупливает там стенку. Да, да. Но проблема в том, что она всегда будет вдуплять. Вот в чем беда, мне кажется. Ну, надеюсь, что нет. Очень-очень надеюсь, что сработает катсцена, если я там пройду через какой-то... А ты... Просто очень многие люди бомбятся, что эта дурочка умирает, короче, пока ты здесь страдаешь. А у нас ну, так вот удачно. А ты не включил генератор? А он... все, он включен. А мне кажется, из-за Кати это нет? Не-не-не, он опущен. Опустили. Этот говноед. Да-да, вот его, наверное, можешь... А слушай, мне кажется, все-таки тебе нужно было вторую дверь открыть, как ни странно. Вообще, знаешь, мне нравится, что здесь очень много всего багает. Типа вот от того, что сейчас произошло. Так. Давай, давай. Отойти-то все равно надо. Давай посмотрим, что произойдет. Интересненько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, это последний был. Ничего не произошло. А, нет. Не-не-не, катсценка. Меня закрыли на... Здравствуйте! Барышня! Ой, кажется, здесь нету патронов. Собака. Пацаны, что делать? Пошел нахер от меня. Так, нормально, нормально. У тебя вообще нет никаких? Вон, смотри, там у тебя чувака стрельни, там, пускай не взорвутся. Нормально, давай. Давай, Димочка, сладенький. Давай, есть. Хорошо получилось. Дим, нет, Дим, ой, я думал, его можно будет толкнуть. Нельзя. Он же большой. Ну, я убивал его. Да, спину убила. О, упал! Вниз подкинулся, бля, чё? Сгори, сука! Ой-ой! Маханул ты как! Смотри, прям над головой! Ой-о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 й
Почему у меня нету ничего? У тебя шприцы есть. Не, я имею в виду из болтов почему-то нету ничего. А, ну закончились, конечно, ты же все использовал все. Тебе там парень подходит, видишь, как вкрадчиво. Вкрадчиво.
О, нет, давай, я чувак. Думаю, мне надо рагу. Давай, кали, 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 кали. Быстрее, быстрее, быстрее. Повезло, ложка. А что будет, когда у тебя не останется боеприпасов? Фак твою ногу. Останется бить его вручную. О, давай, 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 херачи чем-нибудь. Блин, мне кажется, тебе нужно было... У тебя гранат нету? Есть. О, кинь гранату, что ты вообще? Нервничаешь. Зачем? Ну, когда вот он упадет, кинь в него гранат, чтобы он лежал, еще и взорвался, плюс ко всему. Хорошо я придумал? Стоит побежать, да. Надь, молодец. Умничка. Вообще кинь. Давай, чувак. Ай-яй-яй-яй-яй, убери меня. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас патронов осталось. Сейчас, кажется, хочу не хочу, придется закидать. Ай! Замочили! Ай! Ой! Опа! Шприц можешь достать? Не, подожди, не сейчас. Сейчас вообще не поверю. Не время шприца. Успеешь, успеешь. Мочи его, Дим, смотри, он тебе как вообще... О-о-о-о, он, кажется, умер. Прямо совсем умер. На последнем патроне. Ой, Катя такая. На горяченькая пришла. Бля, это было, да, это неожиданно было. Катя с топором много всего полезного сделала в этой серии. Такая она, блин. Не, ну, стена ее надолго запомнит, я думаю. Ну да, лбом повернуть. Я думаю, тебе стоит идти, вдруг сейчас еще кто-нибудь придет. Так, я все-таки сюда поставлю. Потому что патронов нет все равно. А, один патрон. А, вот патрон, смотри, прям 6. Прям special for me. Especially for Dmitry. Прям вот, знаешь, такой стоит, короче, этот консьерж, такой поклоняется тебе. Especially for Dmitry. Да? Чё? Я не понимаю, почему патронов-то нет? Я что, для пистолета взял? Да, да, конечно, ты же красненький взял. Красненький для пистолетика. Для... Синенький для дробовичка. Для дурачка. Перезаряжайся. Кайца они там дверь ломают. Или стоит на верхнем этаже. Ну да, придется как пешочком, Катюш. Хоть где-то ходить научилась. О, смотри. Смотри, не просто так стоит, он здесь... Спичек. Здесь просто страдает. Да, давай сожги его. Отобелее тело. О, сохранись, иди! Сохранись! А, сжечь его можно было, иди зажги! Можно, но здесь... Сожги, пожалуйста. Просто мы сожжем, как бы, и дальше пойдем, понимаешь? Давай, бери дневник. Дневничок. Отлично. Уже 8 месяцев, как мы с майором поженились. С майором? С Майрой? С майором поженились. Мы с майором поженились. Буду делать все, что в моих силах, знай. Мы с твоей мамой любим тебя, майор. Ты что сделал? Что налево, там вот граната. И такая крикучику. Я нет. Может, о, смотри, 7 тысяч, 7 тысяч получили. А, я ни один ключик не достал. Ну и ладно, зато сохранится. Мне кажется, сохранится, это намного пищи, чем блин, ключик. Опять, смотри. Чего? Опять он здесь появляется. Ну, что нормально, ты все. За ну, человек? Просто он постоянно пялит в эти картинки, они ему нравятся. Втыривает. Он это мечтал просто, если фотографом стать, его лишили этой участи, потому что, ну, зомби-апокалипсис. Поэтому каждый раз, когда он подходит к зеркалу, он перемещается в больницу. Да, и он стал детективом. Дети. Сохранись. Детектив. Ну, сначала прокачается. А, ты хочешь качнуться. Коварный план. Коварный план прокачаться. Качнулся, и прошел игру таким способом. А что качать-то? Не знаю. Нафиг не надо, нафиг не надо. Вообще, мне нравится, что у меня неплохой урон от пистолета. Точно сделай, да. Множитель урона. А, ну давай, да. Логично. Множитель давай. Нанеси больше урона. Из пистолета. Да, хорошо. Пистолет это наше всё. Ну, ты постоянно, да, им стреляешь, потому что у тебя патроны больше всего на него всегда бьют. Это вполне логично. Ты молодец. Где? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Убили негра. Патроны для винтовки. Нанеси боезапас для снайперской винтовки. Может быть, потом понадобится. В всякий случай. Хотя надо было болты взять. Хотя бы один болт. Ну ладно. Без болтов, без болтов. Слушай, мины же надо было обезвреживать, то а не взрывать ее. Дурачок. Ой, дурачок, ой, дурачок. Сохраняйся. Да. Перезаписать, конечно. Все отлично. Продолжаем дальше, не будем тогда, да? Останавливаться. Да, да, пошли. Падим, падим. Легко идем. Почему мы падим? Тяжело, что падим. Пацаны, пацаны. Ну, а какая-то песня была про пацаны. Пацаны, что-то с нашими болтами. О, что там? С нашими болтами. Вот эту штуку возьми. О, смотри.
Это же мы можем вставить там, где целый были 11. Только что. О, как мне это поможет. Целый 11-й фрагмент. Еще предыдущие 10. Так, ладно, мужик, смерть твоя пришла. Че, его теперь расхерачит? Наверное. Лифт, наверное, вниз поедет. О, все. Сейчас ее закроется, вниз и... Все, вниз поедет. Нормально, че. Катя, сделаешь хоть что-нибудь полезное? Ну, блин, она знаешь, как помогла нам, когда точно, не умерла? Точно, пока мы мешалась. Бегали. Все, вообще отлично. Ты идеальная, Катя. Говорят, женщина, которая лишний раз не разговаривает. Хотя это не женщина. Это этим все объясняет. Этого бы не было, если бы он была женщиной. Он была женщиной. Он была женщина. Отлично. А что у нас справа? Ну, женщина, которая похожа на парня, ну, который похож на женщину. Да. Мы строили тебе женщину в парне, чтобы у тебя была женщина, пока есть парень. Пока есть парень. Да. А что это, груша? Это кто-то занимался здесь? Будем бить баклуши. Я думала, что по этой груше. И Сиси Кидман. Сиски Кидман обсуждают. У Алески. Ой, смотри, ему опять плохо, он сейчас закашляется. Да он заколебал вообще, нехер стены целовать. Смотри, тропики какие прикольные. Олтопокормай, давай вперед. Тишкаль, олтопокормай. Это не груша, это ты. Я раскрою тебе всю правду. Ты сейчас сорвешься вниз. Я чувствую это. Дима, это тебе не акулу поймали, это человеческий труп. Давай вперед. А ты знаешь, может, там не человек. Ну да. О, смотри, аббатство то самое. Аббатство. Как оно называется-то? Как оно? Джукиндай? Нет, как оно? О, снизу мы пришли. Нет, как он называется? Маркитай? Да, марка китайская. Тайканай? Тайквандо. Нет. Называется, как эта штука? Не знаю. Называется толстому пхана. А мы ведь... Тадж-Махал! Тадж-Махал, да. Китай очень близко к этому названию. Я забыла. Блин. На 5 минут. На минуту бы раньше пришли и все. Дурачок и стал. Ты даже, сука, в катсценах не полезна. Все срёшь мне. На минуту раньше и толстячок бы остался в живых. Ну что за низух? Да ладно, чё, монах. Один из тех самых монахов, который не монах. Катю взяли. Да. Следующее. Может, не будем спасать? Да не, ну хорош, чё там, на же Колю забрали, Катю забрали. Джозеф. Ладно, мы сами справимся. Чё он его Джозеф называет, это Катя? Ну, не знаю, дурачок какой-то. Ну, не знаю его имени, а ещё называет его так чисто. Так. Сделал вид, что запомнил имя. Я тоже так иногда делаю. Застрели его, правильно. Чё он мучается? Застрели его, и всё. Хорошо. Никто никуда не ушел. Джозеф же? Живой. Старбене. Старбене. Вабене. Старбакс какой-то там. Старбакс. Старбене, это тут окей. Ай, тут окей. Это тут окей. Я тут все окей. Я тут окей. Старбене, я тут окей. О, смотри, сейчас тебе что-нибудь скинет, ты сможешь перейти. Я хочу прыгнуть. Да зачем? Нормально все, он тебе сейчас скинет. Спасибо. Сейчас по башке тебе деревяшкой закреначит. Предупреждаю, ударишь меня, застрелю нахер. Ну, прикинь, если раньше тебя вырубит этой деревяшкой. Ты был, сука, просто так близок. Ой, блин, наушники съехали. О, получается, что-то смотри, как цель. Не нужно было меня спасать. А? Больно надо, я... О! Дьявол! Дьявол! Вот что он хотел убиться об ту стенку. Точно, головой ты бился все. Нихера себе, прием из рестлинга был сейчас просто плечом в тыхло. Ты просто знаешь, среди такого разговора у них постоянно официально ты охренел внезапно. Ты че, ебуда? Ой, извини за выражение, я случайно. Ты же не ругаешься? Ты пиздёшь, блядь, это не случайно, а вот ёбудал случайно. Пацаны, ёбудал, было случайно. Катя расстроилась. Наша японская Катя. Японская Катя. Ой, а чё, их немного, кстати. Чё, граната осталась? Тем более, там же дырка. Там же дырка, они же не построят мост. Кидай. Дебилы, ну, ту балку сбросьте, ну. Давай, кинь гранату в них. Сейчас они подойдут. Ну, сбросьте балку. Падай. Ты ни хера дерзкий. Граната! Ложись! Ты добил его, смотри, мучается в огонь. Сейчас она вылезет, когда я вообще. Нет, сейчас. Сейчас! Ладно, я был близок. Ну да, это было действительно достаточно. Фак! Нет, а патрона, зачем я стараюсь? Есть вообще? Там было два патрона. Ну все. У тебя было два патрона дробовика или три? Это было, ну три. А, ну Катя почти справилась. Я старался, Катя, но...
Так и прикинь, пробегает весь укусанный. Катя, у меня тут небольшие проблемы. Ты не мог бы поспешить. Быстрее, 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 быстрее. Его надо сжечь. Не надо сжечь. Езжай. Там еще идут. Не идут. Покажись. Прячутся. Тетя! Ааа, Катя! Знаешь, есть такие детские игрушки? Тетя! Так, да ведь это нас прячется! Бам! У тебя, во-первых, не было патронов, дебил. Он его сделал. Интегрировал. Наколдовал. Приколюшка. Джозеф! Джозеф! Ты в порядке? Резко вдруг. Катя, ты тут Кера. Ай, ай, она говорит. В смысле, Ио. Мне нужны патроны, вот что я знаю. Так, смотри, ребят, мы сохранили. Здесь новая локация, поэтому мы здесь закончим. Да. Да, типа, очевидно же. Не, ну, что ты? Нормально все. Вот. А что, ты смотри, как волосы хорошо прорисованы. Пипец, как настоящий. Реально клёво. Что, у меня? Сейчас еще немножко посмотрим и увидим вши. Здесь за... С нами собака рядом ходит. Чего он переживает? Точнее, перебивает. Собака Екатерина. Катя, пас. Фу. Катя, место. Екатепсина. Сейчас заканчиваем. Увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам нравится. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. 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 Как она плачет. Пока, пацаны. Пока. Кажется, я их чую. Катя, не повторяйся. В Бенепсене.